сколько-то времени я здесь пробыл, прибрался, мне посидел. В этот день Доминика подвигнула на это, что случилось. Я думаю, это не просто совпадение. Она оберегает, может, как-то нас. И, может, и в этом случае она тоже помогла, хоть и не с нами. Я бросил телефон на землю и поплыл туда. Подплывая ближе, я увидел, что это Ксюша, и поплыл, наверное, еще быстрее даже. Это родная сестра моей жены. Я сам не ожидал, но так получилось. Это действительно, просто в это трудно поверить, но это так. Когда я тащил Ксюшу на берег, я прыгнул обратно, но их уже не видно было. Я поплыл назад. Он скользнулся и начал тонуть. Ну, я прыгнула к нему и начала его как бы из-под ноги доставать. А он за собой меня тянул. Я крикнула Саше. Он начал за собой. Но я увидела, что Саша начала тонуть. Но я нырнула и подняла ее кверху, чтобы она могла подышать. А в это время Вова меня взял за волосы. Но я как-то ухватилась, как-то оттолкнулась от них. И Коля меня к себе, и они ушли под ноги.